Hello guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. I would tell you thank you very much for watching my videos, for text me, for share my video. This is a big support from you guys, and please subscribe to my channel. And also, if you like what we do, you can support us. All information you can find in subscription. Friends, today will be a continuation of the story of the guy who was locked in a barn with his mother for more than 3 years. For those who watch me for the first time, I will tell you the story. I was told that a mother lives in the remote village and keeps her son locked up for 3 years. A son named Igor, he's a deaf. Older brother lived in Sochi city with his family and didn't know what is happening in his old house where the younger brother. When he came, we went to his old house and saw in what conditions Igor lay uncovered on dirty in bed. The blanket rotted and there is a strong stench in the barn. As Igor did not go outside and went to the toilet without getting out of bed. I think animals have better conditions. We talked to the mother Igor. She said she was afraid of him and for this she locked him up. After talking, his mother's brothers Damir decided to take him to his family for a while. Igor lived with his brother and then after some time was placed in hospital for their treatment. We visited Igor with his classmates. They said that Igor was a normal. When they started with him, he was mobile and cheerful, and what happened to him is also a mystery to them. Today is the day when Igor was coming out from the hospital, and for him I have two very important gifts. Друзья, мы сейчас находимся возле проходной в главную Калужскую психиатрическую клинику. Также Егор просил у нас телефон, но врачи запрещали нам дарить ему телефон, так как у него были психические расстройства, и это могло бы пагубно на это повлиять. Брат Егора Дамир уже пошел в больницу за ним, и идет процедура выписки. Алло, Саша. Дамир, ну как там дела у вас? Мы сейчас эти лекарства будем получать. То есть рецепты выписывать и выписку ждем. А, понял, понял. Ну ладно, хорошо. Мы тогда будем на входе вас ждать. Привет. Привет. Как у вас дела? Привет. Здравствуйте. Сергей. Привет. Привет. Здравствуйте. Егору подарок. Потому что он очень просил телефон. Это тебе, Егор, подарок. Подарок. Телефон тебе. Понял? Сим-карта у Дамира. Потом будешь звонить. Да. Все. Тебе. Да, да, твой теперь. Твой телефон. Карман положи. Спасибо, Сереж. Все. Все. Поехали. Поехали за аппаратом, да? Да, поехали. Спроси, он хочет слуховой аппарат, чтобы слышать? Чего он хочет? Че, зачем? Зачем он спросил? Чтобы слышать людей. Не такая большая потеря слуха, смотрите, да? Смотрите, вот здесь эта граница хорошего слуха. Графики должны быть выше. Вот здесь граница. Да, вот отсюда начинается глухота. То есть у него третья, четвертая примерно степень потери слуха. И с этим можно работать. Но без его желания очень сложно. Ясно. Ну, как вот вы бы нам порекомендовали взять все-таки какой-то... Он не будет сейчас носить. Он будет потом, возможно, носить. Потом. Это надо, чтобы он был готов. Он будет лежать, вы все ушли, он их снял и все, он своей жизнью живет.
если с ним кто-то постоянно, он и будет носить аппараты. Давай купим тебе, купим аппарат, и ты будешь по два часа в день носить. Не хочешь, скажи. По два часа? Не хочет. Он, я думаю, не готов еще. Он, понимаете, он еще социально немножко не адаптирован. Угу. Ему тяжело в обществе. Когда он, возможно, время пройдет, он начнет общаться с людьми более плотно, да, раскрепоститься немножко. Он зажат очень, поэтому я думаю, что все еще впереди. Время пройдет, нужна адаптация среди людей. Друзья, мы решили, что закажем вкладыши. Это такие слепки делаются индивидуально на каждого человека. Вот. И аппараты купим сейчас. Все-таки, ну, рискнем, начнем его приучать к этому. Я думаю, в дальнейшем ему станет комфортно в этих слуховых аппаратах, и он уже будет лучше взаимодействовать с окружающим миром. Батарейки. Снимаем наклейку, она активируется. Димка сейчас, Егор, скачивает игры. Он попросил его... Попросил найти ему игры. Скачали что-нибудь, Диман? Скачивал. Скачивайте. Вероника, расскажи, пожалуйста, как сейчас вот Егор себя чувствует, как он после больницы? Ну, первые дни, на самом деле, как-то настороженно себя вел, то есть осматривался, оглядывался, скованно, напряженно. Ну, спустя день, два, три, то есть время проходит, все равно он понимает, тепло, светло, уютно, чисто, сытно. То есть человек начинает расслабляться, то есть это заметно. Он начинает улыбаться, он начинает на что-то реагировать. И потихоньку мы старались вывозить его на свежий воздух. Мы ездили в Сухиничи, потому что у нас там участок есть. Угу. Собирались всей большой компанией. Вот когда ты его увидела, не была в шоке, какой он худющий стал после больницы? Расскажи. Была, честно. То есть было ощущение, что ну либо там не кормят, либо у него что-то серьезные проблемы со здоровьем. Он уходил туда, у него состояние, ну, чисто внешнее, оно было более такое, лучше, да. Он упитаннее смотрелся, пусть потерянный где-то, но... Он был упитаннее, чисто физически. Наверное, психологически ему сделали лучше, но физически, может, это реакция на медикаменты. Ты меня узнал? Узнал? В маске, да? Ну, ясно. Привет. Как дела у тебя? Мы никуда... Хорошо, говори. Я очень рад, что ты говоришь. Это очень здорово. Слушай, говорит. Круто. Он начал говорить, он же слышит. С аппаратами во много раз выше стало. Я, кстати, взял аппарат... Примерил его, он выдает звук, как направленный все равно, в ухо прямо и дает, то есть вот, что аппарат делает, и он слышит. То есть мы были далеко, а позвал его по имени, он слышит на расстоянии 200 метров. I decided to give a present to the Mir's wife. She has young children, a sick mother, plus Igor lives in apartment, there only one room. And she's working hard to change Igor and bring him back to a normal life. Привет. Привет, Сереж. Как дела у вас, ребята? Мы потихонечку продвигаемся. Привет. Здорово. Как дела? Мышцы есть? Есть? Молодец, хорошо. Слушай, у меня такое дело. Вероника же все-таки много сделала для Егора, для всего. Она, мне кажется, заслуживает какой-то подарок хороший. Как ты думаешь? Думаю, это будет хорошо. Думаешь, нормально будет? Что нужно Веронике? Ну, что-то по хозяйству вспомни, пожалуйста. Да это, может быть, у нее лучше спросить. Нет, это надо сюрприз. Подумай, может, она... Ну, что-то вы хотели купить, там, какой-то, может, пылесос. Может быть, скороварку какую-нибудь, гриль, как... что-нибудь такое. Да пока не было ничего, у нас планы, серьезно. Гриль нужен? Да это вообще было бы хорошо. Подарок, он и должен быть сюрпризом. Любой. Ну, а как... Мы ни от чего не откажемся, ну, всему а будем что, рады. Как она готовит вообще, на чем? Готовит. На плите, на газовой? На плите? Да, конечно. Ну тогда надо нам, наверное, поехать в магазин и купить. Я куплю. Ну это будет большой сюрприз. Мы все подарим. Да. Она дома, кстати? Да, она дома. Ага. Вот. Поедем подарок покупать Веронике. Подарок поедем. Вот. Да? Потихонечку уже жесты с ним разговариваешь. Это хорошо, отлично. Приехали в магазин большой, здесь куча техники. Ну что, Дамир, давай. Как думаешь? Я думаю, что гриль это будет отличный подарок. Гриль, да? Да. Ну, давай сейчас поищем, есть тут интересно.
Так, так, не сюда. Гриль, гриль. Так, я чувствую, мы уже ближе, да? Вот гриль. Надо теперь только выбрать. То есть все что угодно, да, здесь можно? Да. Достаточно удобный, при этом при всем слив масла, можете даже в закрытом состоянии, если там намоете все. А это, то есть, смотрите, это степень нагрева, да, получается? Да. Ну, это температура сама по себе. А, здесь указано, что по минутам готовить. То есть, захотели рыбрышки, пожалуйста, 7 минут. Угу. Захотели рыбу, 5-8 минут. Там уже, смотря по степени прожарки, какая вам нужна. Ну что, берем такую? Да? Так, все, давайте тогда вот это, да. Сразу 2990. Ага, отлично, все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Да. Я спасибо. Это буду ставить. Ну, надеюсь, Вероника будет довольна. Отлично. Всем спасибо. Сейчас, знаешь что, надо будет купить цветов обязательно. Ну, чтобы сюрприз был полноценным. Вот для девушки, мне кажется, цветы это будет прям супер. Расскажи, чем Вероника занимается. Ну, а сейчас Вероника бабушке помогает купаться. Вот. Mm-hmm. А я с утра Егору помог искупаться. Mm-hmm. Еще дети у вас, да? Да, конечно. Детки маленькие, детки большие. Идем с подарками. Идем с подарками. Да. А у тебя окна сюда выходят? Нет, туда. Слушай, я зайду первый. Вот, скажу, что слушай, Вероник, тут такое дело. Вероник, привет. Привет. Как дела у тебя? Хорошо. Слушай, тут такое дело важное. Пойди сюда на секунду. Ничего. Тебе тут небольшой подарочек. От нашей банды. Спасибо большое. Ты очень много сделала, на самом деле, для Егора. Ты большая молодец. Без тебя бы вся эта машина бы не завертелась. Понимаешь? Ты молодец. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. Вот от души. Честно. Нет. Дай Бог. Ясно. Ну ладно, все, мы побежали. Спасибо. Тогда. Давай, все, пока. Guys, thank you very much for watching my video. Please subscribe to my channel. This is a big support from you guys. And if you like what we do, you can support us, you can find... Не, это не надо, да, наверное? Это, блядь, да нет, нам. Надо, да? Ну да, надо. And also, guys, if you like what you do... Не. And also, guys, if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in subscription. And also, we have a Patreon. You can support us on the Patreon. Thank you very much, guys. Be safe and goodbye.